Всем привет, с вами Мадина. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные нежные синнабоны. Для начала подготовим опару, для этого нам понадобится дрожжи, сахар, теплое молоко. Все хорошенько перемешиваем, оставляем на 10 минут. Дальше добавляем к масле молоко, разогреваем в духовке, добавляем нашу опару, добавляем яйца, все хорошенько перемешиваем, всыпаем муку и замешиваем очень мягкое тесто. Накрываем наше тесто и оставляем на час, чтобы тесто поднялось. В это время подготовим начинку. Для этого нам понадобится мягкое масло, сахар и корица. Все хорошенько перемешиваем. В это время наше тесто подошло. Я раскатала тесто руками, так как тесто получилось очень мягким. Смазываем начинкой. Смазывать руками очень удобно. Всыпаем грецкий орех. Заворачиваем в рулет. Нарезаем вот такие булочки диаметром 2 сантиметра. Накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут, чтобы тесто немного поднялось. Выпекаем при 180 градусах 30-35 минут. В это время подготовим крем. В миске смешиваем сахарную пудру, творожный сыр и сметану. На горячие булочки сразу же смазываем кремом, чтобы они хорошенько пропитались. Остужаем при комнатной температуре и наслаждаемся. Всем приятного аппетита!